чекал сообщение? Надо. Надо, просто. надо. Сообщение. Скоро ли мы? Ладно. Ладно. Здравствуйте, дамы и господа, любители ритм-игр. Мы рады представить вам небольшой экскурс о нашем мультиигровом сообществе RB VSRG. Сегодня мы расскажем о людях, которые выделяются в нашем сообществе, о VSRG играх, в которые они играют. Налейте себе кружечку чего-нибудь горячего, и мы начинаем. Начнем мы с такой легендарной игры, как Bitmania IIDX и ее неофициальной домашней адаптации Lunatic Rave 2. Серия Bitmania взяла свое начало в 1997 году, когда в аркадных залах появились первые автоматы этой серии, тем самым положив начало VSRG играм. И первый игрок, которого мы вам представим, это Матвейка, номер один в Беларуси. Начал играть в конце декабря 2015 года, пару лет до этого играя в ритм-игры на мобильных системах Dynamics. Босс начал играть по совету друга, где за 4 месяца занял первую позицию в рейтинге своих игроков. Да блин, какой из них? Привет, ты слышишь меня? Черт побери, знакомый голос, неужели? Ура, я здесь не один. Чувак, слушай, я тут застрял, и мне нужна твоя помощь. Это очень важно. А кто ты такой, с чего бы мне тебе помогать? Послушай, это реально очень важно. Ты хочешь выбраться отсюда так же, как и я, так что слушай. Ты знаешь, что такое ритм игры? А, игры? О, да, да, я люблю игры, особенно соревновательные. И слышал, там в доте ПТшки собираются из перчаток и когтей? Боже. Ритм игры — это когда ты нажимаешь клавиши под ритм музыки. Лол, это кому-то может быть интересно. Хотя, кажется, моя девушка таким увлекается. Но лично я считаю, что это пустая трата времени. Отнюдь. Я собираюсь тебе доказать обратное. Думаю, ты быстро разберешься. Надеюсь. Ну так что дальше? Ща. Знаешь ли, я тебя совсем не знаю, но тебе покажется это весьма странным и может быть в какой-то мере безумным. Но не делай поспешных выводов. Ну, я постараюсь, но ничего не обещаю. Окей, я попытался отследить твое местоположение, но не стал. Перед тем, как тебе отправиться в королевство ритм игр, тебе нужно провести небольшой ликбез. Лик что?
без. Что? Проехали. В общем, смотри. Есть огромное множество различных ритм-игр. На первый взгляд, очень отличающихся друг от друга, но с единой сутью. Например, есть танцевальные аппараты. Как в торговых центрах для детей? В точку, и даже в нашей стране. Сейчас я выведу тебе на экран наших лучших игроков, дабы ты убедился в крутости этих игр. Надеюсь, тут не будет танцев из Fortnite. Просто смотри. Алексей. Случайно начал играть в Neon FM на мобильной платформе в июне 2016 года, когда Ванилька занялся локализацией игры на русский язык. Но активную игру начал лишь год спустя. В свое время входил в десятку лучших игроков. Челленджем игры считают очень сложную систему оценивания, ведь даже лучшие игроки в мире еще никогда не выбивали 98% точности. Паттерны схожи с паттернами пампа, но имеются большие отличия на высоких уровнях сложности, когда добавляются брекеты по всем направлениям. Мобильная игра является прямым портом аркадного автомата, на который он ходит время от времени. Не имеет к нему полного доступа из-за чрезмерно высокой цены в аркаде. Алексей также активный игрок в памп. Увы, сбавляет обороты из-за не очень частой игры и лени, но все еще старается апаться, чтобы дать дёру Ванильке. Предпочитает играть с кем-либо, ибо, как он считает, поддержка со стороны является неотъемлемой частью любого спорта, а памп — это спорт и круто. Именно с ним можно нарастить дыхалку, что помогало ему и в других реальных соревнованиях. Все еще топ-2 города. Бэтгерл в сумме играет в памп чуть меньше 2 лет. Вернулась в игру после полуторагодового перерыва, чтобы поучаствовать в Европейском чемпионате 2017 года, где заняла 3-е место. Также выступала на международном фестивале, войдя в 20-ку лучших игроков. Спрайт – один из лучших игроков Москвы и СНГ. Хранитель Юшки. Добрый, помогает новичкам и отвечает на вопросы страждущих. Один из стариков, повидал почти все комбинации миксов, кабов и падов. Начинал свое знакомство с ритм-играми с Pump It Up Exceed 2 Portable и серии игр DJ Max. Добрый день, представьтесь. Привет, я Спрайт. Привет, раковый булажек вертикально скромного ритм геймера с наступающим 2019 новым годом. Меня зовут Спрайт, также известный как Супурайт, потому что в Америке есть нормальный Спрайт, и чтобы не было проблем с копирайтом. Я взял никнейм, чтобы не помнить. Короче, я играю в PUBG 10 лет. Я отвечаю на тот вопрос предыдущий, типа, про PUBG игры, другие. А, не впустую ли потратил я время на PUBG? Конечно, впустую. Это игра для детей, для инвалидов и для девочек. Потому что кто будет вон играть в
куча серьезных автоматов, например, бить грушу или бить кувалды по отсюда, и какие-то набивать. Здесь что ты получаешь? Здесь ты получаешь просто какие-то пипки, очки не настоящие. И еще люди мимо проходят, ржут над тобой. Что это вообще за игра? Конечно, не в пустую. А что вы думаете о развитии пампа в России в будущем? Блин, это сложно. Нужно, чтобы были автоматы у нас везде, они появлялись. То есть с каждым новым ТРЦ появляющимся появится новый памп. Ну, желательно хоть какой-нибудь памп. Сейчас открывается ТРЦ, и там тупо детские песочницы с лабиринтами и аэрохоккейными баночками. То есть пампов нет. В какой-то год закупили массово Fiesta X. В 2011 году, по-моему. И Fiesta 2 сейчас везде можно найти. То есть если сейчас будет открываться ТЦ, скорее всего, там будет Fiesta 2. А сейчас Prime 3 будет уже на дворе, поэтому развитие очень туманно. То есть либо силами комьюнити его как-то поддерживать, либо ну, молиться на аркады. Молиться на аркады не помогает, можно силами комьюнити. Зато он динамичный. Анатолджи, Голубь и Пампер. С Осу познакомился в 2010 году после обзора Зулина. В 2017 году познакомился с Пампом благодаря Алексею. С тех пор основной упор ушел на нее. Если у вас в городе есть Памп, дайте ему шанс, он может завоевать ваше сердце. Желает успехов в ритм-играх начинающим новичкам и быть на высоте старичкам. Ванилька, российский игрок в Pump It Up. В 2011 году познакомился с Осу, и она стала первой из его музыкальных ритм-игр. На Pump It Up начал ходить в 2012 году на больших перерывах между уроками. Хотелось попробовать поиграть самому, так как было несколько играющих знакомых. Усердно же начал играть только в 2015 году, когда автомат обновили до версии Prime, и когда более-менее появились деньги. На данный момент умудрился получить звание чемпиона Европы на далеко не самых сложных уровнях. Дважды участвовал на чемпионатах в Москве и провел 3 ивента в Красноярске. Иногда поигрывает мобильные ритм-игры, в частности Tone Sphere и Neon FM. Доуп. Играет уже чуть больше 5 лет. Первый раз на памп пришел свой день рождения и с того момента начал проводить там почти каждый свободный день и продолжает делать так до сих пор. Охваченный желанием стать крутым игроком и познакомиться с ребятами из ритм-тусовки, переехал сперва из провинции в Москву, а потом и вовсе в Южную Корею. Все это время тренировками и самоотдачей пытается доказывать себе из прошлого, что может достичь всего, о чем раньше только мечтал. В начале пути недостижимым казался уровень игроков СНГ, но до этой планки он все-таки добрался. Теперь пытается равняться на лучших игроков в мире и ежедневно делать небольшие шаги к следующей цели.
Так, ты что-нибудь понял? Кажется, да. Но я бы не стал тратить деньги и силы, чтобы поиграть. Да и мои друзья, кроме хардбаса, ничего танцевать и не умеют. Вот была бы компания. К этому мы, может быть, еще вернемся. Однако, я наконец-то нашел, где ты находишься. Приготовься, я телепортирую тебя ко входу в королевство ритм игр. Вставай. Просто высший плед, красава. Спасибо. Пошел нам. А? Что? Пойдем, Кристо. А, пойдем. Стрим Елен. Это то, что мне нравится. Что, два пива? Дядя, ты кто вообще? Что такое? Ты что здесь забыл на нашем районе? Ты тут мне не вот это вот все. Иван, поди умой, ты. Пацаны, помогите. Вот этому господину нужно попасть в замок короля ритмух. Поможете его довести? Сейчас, погоди, надо их прикормить. Пацаны, там новую фармилку ТВСС ранкнули на 500 пп. Олька? Не, ну слушай, 500 пп, да нихуя, я бы не знал. Да чё, я бы попробовал. Ну тогда вперед. Что ж, пока мы идем, давай я расскажу тебе о бимане ритм-играх. Бимани-игры довольно плотно засели в аркадных автоматах еще в конце 90-х, породили множество ветвей в этом направлении. Одна из них — это легендарная битмания IIDX — битка. Тея. Вечный десятый дан, линяющийся в корды. Главное пожелание от него — это, как всегда, получать удовольствие от игры, вне зависимости от див. Токи. Игрок 4, 7 и 8 клавиш. Познакомился с ритм-играми в далеком 2010 году у своего друга. Этой первой игрой была Guitar Hero 3 на Wii. В 2013 году он узнал про ОСУ в одном из клубов по интересам. В начале 2015 года он вспомнил про эту игру и решил попробовать затянуться. Изначально играл в стандарт режим, но спустя 2 года он начал поднадоедать, и он решил перекатиться в другой мод, который ближе ему — Мани. Начал с 4К, как и большинство, и учился в 7К, пока с другом играли в WoW. Жрать хочу. А, я тоже. О, нормально, сейчас покаваем. Макгрегор, будешь? Сейчас подожди. Шапай.
нормально сейчас поедим. Да, пиздец. Пацаны, бросайте эту гадость, пойдем в Мак есть. Не, я лапшу не брошу. Пойдем в Мак. Пойдем? Айд, он же Origin, один из старичков жанра ритм-игр. Его игровой стаж более 10 лет. В Osumani предпочитает играть режим 4 клавиши, хотя Даосу был знаком с режимами от 5 до 7 клавиш. Первым достиг отметки в 10 тысяч пп и топ 100 мира по СНГ. К сожалению, ближе к концу года его активность заметно упала. Айд желает всем встретить 2019 год с улыбкой и позитивом, оставаться самим собой и дальнейших успехов не только в игре, но и в жизни. Ведь, как говорится, самый лучший труд тот, которого ты достиг собственными силами. Клир – топ-игрок России. Стаж игры около 2 лет. Главная цель игры для него – это ПП и только ПП. Пытался научиться всем К, потому что там ПП больше, за 1.5 месяца дошел до 4 звезд, но потом забил, ибо этот кеймод оказался для него скучным. Сейчас не играет в Осу. Иногда играет в Этерну, но в основном в Квейве. Обожает джампы, хендстримы и ненавидит техниковы. Из-за того, что вкусы у него специфичные и из-за любви к русскому рэпу, играет в Осу без звука, потому что не может вытерпеть анимешную музыку. Желает всем зафармить регресс в ДТ в новом году и перестать верить в миф, что если играть только на ПП, невозможно добиться результатов. Ли, игрок Казахстана, перешел в Osumani из стандарта в 2016 году, ибо все его друзья играли в стандарт, а он сам хотел чего-то нового. Большую часть времени играл в 4 клавиши, и где-то к концу 2017-го решил попробовать себя в других кеймодах. Иногда играют другие в СРГ, такие как КСМ, Степмания, Квайвер и некоторые мобильные ритмы. Хотелось бы пожелать всем никогда не забывать свою цель и идти к ней максимально решительно. Долини – топ-2 игрок России. Один из топ-игроков России в 7 клавиш. Играет Манию с момента ее появления, до нее играл в Осу Стандарт. В 2012 и 2013 годах отрывками играл в O2 Jam на сервере O2 Live. Помимо Мании играет в Lunatic Rave 2. Экс-топ России в 7К и в Мании в целом. Также участвовал в Osumani World Cup 2014, World Cup 2016 и Osumani World Cup 2018. А также в Мании International Tournament 2014-2015.
Желает всем достичь хорошего уровня в ESRG и не потерять мотивацию совершенствоваться, параллельно получая удовольствие от игры. Не зацикливаться на одной игре или кей-моде. Семен 422, игрок из России. Для него год прошел достаточно продуктивно. В начале года им была написана программа для конвертации карт в большие кей-моды, получившая несколько обновлений в течение года, в результате чего были созданы тысячи конвертов из различных кей-модов 10К, что позволило ему далеко продвинуться в развитии своего скилла и принять этот кей-мод за основной. Также он создал сайт, собирающий скоры на 10К мапах из секции Love It и предоставляющий различную информацию по ним. Несмотря на низкую активность в маппинге, он создал немало карт, большинство из которых гостевые сложности. В новом году желает всем достигнуть своих целей или хотя бы значительно продвинуться в их достижении. KiwiCat. Топ-12 России. В данный момент отошел от дел, однако успел провести маппинг-контест, где приняло участие множество СНГ-мапперов. Является админом Osumania CIS Community. Иногда заходит поиграть ради удовольствия. Желает всем игрокам в этом году осознавать, чего вы хотите, и достигать этого. Not Who You Are. Топ-1 игрок Украины. Играет 8 месяцев, стаж небольшой. 4, 5 и 6 клавиш. Сам познакомился с ритмачами в далеком 2009 году. Первая игра была Guitar Hero 3. Его дядя был страшным игроманом и играл во все, что попадется. И один раз он пришел к нему домой и увидел гитару от Guitar Hero, и ему сразу стало интересно. Когда он первый раз попробовал, ему очень понравилось, и он сразу понял, что ритм игры — это его призвание. Джеки — это его лучшая сторона, однако он не любит дамп-карты. Про Ос узнал в 15-16 году, когда познакомился с Мидиаган, который на тот момент был топ-3 Украины. От него он узнал про манию и зарегистрировался в 2015 году. Сейчас вернулся после небольшого отдыха и поставил цель добиться хоть чего-то в этой игре. Сейчас осваивает 7 клавиш.
Сәлемін, мені осын дайындайсыз тәрсе тұрлы сұрманы Қолсыз тұралы айтқаным, бірақ өп айтпаймын Паша Жесткий, топ-игрок России. Начал знакомство с мастера гитары ВК. Какое-то время дико доставляло, а потом игра окончательно загнулась, и он перекочевал флеш-гитара Guitar Hero 3. ВОС уже начал играть со стандартного режима, а когда приехала Меха, практически сразу перешел на манию. Постепенно узнавал про другие игры, сейчас играет в степманию. Поначалу импрувился, потому что ПП, был азарт, а потом это прошло. И он забил на импрув и играет ради удовольствия, потому что вставляет. Хочет пожелать... Ребята, живите дружно, играйте вместе. Не пейте много пива в новом году, потому что это плохо влияет на организм. Ну и конечно же, получайте удовольствие от игры. Также Паша передает привет своему другу и поздравляет его с Новым годом или Даньку, неважно. Риксу. История его знакомства с ритм-играми началась 9 лет назад, включая в себя Guitar Hero, Flash Guitar Hero, Osumania, Lunatic Rave 2 и Voice. После откола от Osumania Community 2 года назад перешел в игру K-Shootmania, которая, к сожалению, не имела хоть какого-то движения в СНГ, за исключением пары человек-любителей. Ближе к концу этого года вернулся к Vortex играм, взяв курс на поиск нового комьюнити и цели в игре. В данный момент играет в официальные и неофициальные версии Sound Vortex, активно следит за происходящим на додзин территории, пытается влиться в жизнь Bimani Community, включающих в себя игроков со всего мира. В этом году хочет пожелать как себе, так и другим, чтобы цели в игре не были заключены лишь в одни цифры и сомнительный статус, а чтобы игра выражала собой большой тематический мир, где не приходится говорить, слушать и смотреть на одно и то же. Ищите перспективы не в ваших позициях в скор-таблице, а в том, что позволит расширить ваш кругозор и подарить впечатление. Eterna Gamer, топ-игрок России. Начал играть в Stepmania серьезно с февраля 2017 года, благодаря таким плеерам, как Shadow 1800, Minash is Grace, Etienne SM и снова РПК. До этого играл полгода немного в Osu STD и Manu, но на Necro ноутбуке игра начала сильно лагать. Это одна из главных причин, почему у него основная игра — Stepmania. Более-менее играет 4 клавиши. Сильной стороной являются стримы, стамины и техникал карты, слабой — вибро-джеки. Желает новичкам, особенно которые играют 4.6K моды, попробовать степманию, учитывая, что есть множество гайдов, с чего стоит начать новичкам, и новый клиент для кейборд-плееров Eterna, где есть калькулятор сложности, онлайн-лидерборд и практически все можно настроить через меню настроек. Кондратио, топ-игрок России. Этот год был насыщенным для этого игрока. Кондратио стал устраивать небольшие сходки любителей ритм-игр в своем городе, причем данные сходки впервые стали проходить на официальном уровне, так сказать. Выиграл турнир по Осу Мании, был батом и на Гатаре, был номер один по Мании на Акацке, а также был батом, после чего ушел в инактив. Админ дали значок «Fast Акацкий Чемпион» и забрали бата. В Этерне стал также занимать топ-места на вибро-картах. В одном топе стал быть такими титанами, как RP97, External, Суджак, Хион и так далее. Желает игрокам оставить все неудачи, которые были в 2018 году, и забыть про каждый из них. А в 2019 войти с новыми силами, целями и терпением. Самое главное — это терпение. Без него никуда, это знает каждый. Так что желает усидчивости, стремления, удачи, а также хороших остальных нервов. Ну и, конечно, скилла побольше.
Assassin's 88, игрок России. Осу ему показали друзья, и самым интересным режимом для него оказалась мания. Для своего импрува усердно играл целыми днями и месяцами. Желает всем в новом году побольше импрува, и чтобы все получали то, чего хотят, а также поменьше хейтить Лена и СВ. Анжело Лагуса, топ-1 игрок России. Начал играть в Осумани в октябре 2016 года. До Осумани также играл в Piano Tales 2. Позже, вдохновившись стримом Джили и HDQ, стояй на постепании начал играть в нее. Предпочитает играть скорее сложные чарты, чем легкие в Акурасе. В данный момент является лучшим игроком в России в 4 клавиши и вторым по СНГ. Желает всем получать удовольствие от игры. Майса Вагучи, топ-игрок России. Играет 4 клавиши. Пришел в игру в апреле 2016 года, а узнал про нее от этого человека. Поначалу играл в круги. В апреле 2017 года попробовал в манию, но особого желания играть не появилось. Он вернулся в нее на постоянную основу летом этого же года. За время игры познакомился с такими людьми, как Оракул, Экскалибур, Орфик X, которые же и дали большой буст мотивации в игре. Считает, что современный маппинг обречен на провал, так как за год в мании вышло очень мало классных карт. Да, может быть, они были разнообразны, но в них пропала та частичка души, которая есть в старых картах. Будущее за молодыми игроками. Не любит Ориджина. Сейчас снова камбэкнул в круги. Russian Cookiesy, топ-игрок России, игрок 4 клавиш. Часто играет в офлайне или на приватных серверах. В Осу играет уже 5 лет, изначально был стандарт-плеером, отсюда и такой мемный никнейм. Так как стандарт это мод для людей, которые пытаются без миссово пройти карту, данный игрок ушел оттуда, как только достиг отметки в 9 кпп. В манию поигрывал всегда, но никогда не относился к ней как к серьезному режиму до ухода из стандарта. Сначала он играл в 7К. Медленно, но верно, он научился играть достаточное количество 5 звезд мап на S. Примерно с июля уже начал трайхардить 4К, и в конце концов выбрался на уровень коллапса 98.7. Пока что планирует играть в Осуманию и дальше, несмотря на подготовку к ЕГЭ. Также месяц назад он начал восстанавливать свой скилл в 7К, который до трайхарда в 4К был вполне на средненьком уровне.
Из семиклавишных игр он предпочитает Lunatic Rave 2 из-за наличия качественных кей-саундов. Всем VSRG игрокам пожелает в наступающем году такого же хорошего и уверенного скиллапа и больше играть ради фана. Ведь именно это двигатель нашего прогресса в VSRG играх. Геймер 12.03, топ-4К игрок России. Пришел в игру в мае 2015 года. С самого начала играл онли стандарт, а потом скилл перестал расти, и после чего он благополучно перекочевал в манию. А про нее узнал от его одноклассника. За все время он успел попробовать практически все режимы. 5К, 6К, 7К и так далее. Предпочитает банчи, хотя знает о серверах Гатари и Ripple. И иногда на них поигрывает. Фокси пришел в игру где-то в начале июня 2016 года. Изначально играл только в стандарт, особо не отличился. Ближе к январю 2017 года был забанен за читы. Примерно тогда же пошел играть на Ripple, все так же в стандарт. Про мани он уже узнал на Ripple, поиграв в мультиплеере, тогда особо не зацепило, но со временем, когда в стандарте перестал импровиться, потихоньку начал пробовать себя в мани. В марте, с момента создания аккаунта на Гатарих, начал усердно тренироваться, начал играть другие VSRG игры, такие как Stepmania, O2Jam. Потихоньку стал мапать, в основном 4К, стал батом и по сей день проводит часы игры именно на этом сервере. Играет практически все подряд. Любимый маппер — Evening. Sepia. По сравнению с прошлым годом он очень вырос в плане контроля и скорости, хоть и не очень уж сильно. Играет в офлайне в другие VSRG. Собирается возвращаться полноценно на банче, когда разберется с учебой. Очень благодарен комьюнити за проведенное с ним время. Он никуда не собирается уходить, потому что жизнь уже связана с ритм играми очень сильно. И прежде всего с прекрасными людьми.
Silent, игрок Bimani игр. Любит играть в Bitmani IIDX, имеет Chuden Dan, однако больше предпочитает играть в Sound Wolfex. Является чартером и маппером. На данный момент играет в Unnamed SDVX Clone, ибо она является, на его мнение, лучшим домашним клоном игры Sound Wolfex. Босс уже перестал играть совсем. Полноценно играет в SDVX всего месяц, стремительно развиваясь, начал брать 15 и 16 экзосты. Для Сайленча важна игра ради удовольствия, а не ради погони за перформансом. Желает всем игрокам в этом году получать больше удовольствия как от игры, так и от времяпровождения в этом комьюнити. Желает импрува и больше веселых моментов. Также желает не опускать руки, когда что-то не получается, и не вгонять себя в тиль. Является главным администратором паблика RBVSRG. Tetris. С ритм-играми познакомился в 2010 году, когда увидел ОВЦ на Твиче. В то время он много играл в доту и подумал, что будет интересно с этой штукой подкачать АИМ, но и начал играть несколько месяцев, не отрывая стандарт, пробуя также и другие моды, но понимая, что это не его. Восу понравилось то, что показывается, откуда взята песня, например, из какой-то игры или аниме. Таким образом, ему стало интересно, что это за Sound Vortex с таким классным мостом. Он увидел видео геймплея и стал паковать чемоданы. Как только он построил свой первый контроллер, в ВОС он больше не возвращался. Несмотря на то, что никого не знает ру комьюнити, поздравляет всех с Новым годом! Рефон живет в Подмосковье, играя с 2009 года благодаря одному старому другу. Начал с DJ Max на PSP, в 2010 узнал про Осу, а из нее и про другие игры, после чего начал играть в DDR и IIDX в аркаде в 2 часах от дома. Сначала понемногу играл во все, больше на казуальном, нежели серьезном уровне. Впоследствии из Осу ушел, начал больше уделять внимание аркадам, спасибо ныне почившему J-Play Cafe. Сейчас активно играет только в Pump It Up, в котором очень здорово поднялся за год. Аркая на телефоне и DJ Max, но уже не на PSP, а на PS4. Желает всему сообществу любителей ритм-игр в России и СНГ в целом, и любителям VSRG в частности, успехов в новом году, достижения новых высот и не терять удовольствия! We'll be right back.
Стега Сарен, топ-5 России, игрок 4 клавиш. Познакомился с игрой, наткнувшись на видео с ней, когда искал способы улучшения айма и реакции в шутерах. Через некоторое время игры в стандарт он забросил ее, но через 2 месяца вернулся и начал играть в манию после того, как увидел реплей JLee0133. Этот игрок желает всем осерам иметь стальные нервы, бесконечную стамину, чтобы руки жали любой БПМ с легкостью и чтобы читалка работала на все 100% на протяжении всей вашей карьеры. В 2018 год, возможно, стал самым продуктивным годом в плане маппинга в СНГ-комьюнити. Появилось немало новых лиц, качественных чартов, а также контента для самих мапперов. Главная группа Усумани в СНГ-комьюнити объявила этот год годом маппинга, что принесло свои плоды. Были взяты интервью известных СНГ-чартеров, которые не только раскрыли новую информацию о наших любимых мапперах, но и принесли полезную информацию для начинающих. Главным событием этого года можно смело назвать конкурс чартов, благодаря которому раскрыли свой потенциал несколько новых мапперов. Косолапый приболел, от кореньев нос воротит, мед давно уже весь ел, тихо молком на морозе. X-Devil. Маппа 4 и 7 клавиш. Имеет свой необычный стиль маппинга, благодаря чему его карты отличаются оригинальными паттернами и лэнд-стилем. Имеет огромный потенциал в маппинге. Надеемся увидеть от него больше годных чартов в следующем году. Там купец метку налей, дабы мешка был здоровый. Сопрягаю лошадей, я в повозку свою браво. Полетели, эге-гей, выручать Мишу надо. Мчусь на повозке в упряжке два коня. Эх, вези скорее повозочка меня. Мчусь на повозке в упряжке два коня. Эх, вези скорее повозочка меня. Резво скачем по дороге, ехать верст нам 10 прямо. Вот мы с лапки на пороге, мне бы меду в килограммах. А сердечко то мое чует Мишкину печаль. Он и не вляшет, и не поет, сел обед долагу жаль. Knight. Преимущественно мапой 4 клавиши. Создает довольно сложные чарты, часто используя хендстримы, дампы и другие паттерны, создавая настоящий челлендж для игроков. Pro. В основном мапает 7 клавиш, не ограничивает себя в выборе паттернов, вследствие чего в его картах проскакивают как отблески Auto Jam, так и BMS стиля.
Не стоит забывать и о ветеранах СНГ-маппинга, которые выделились в этом году. Сайлинч, мапа и 7 клавиш, взыскал популярность своим необычным BMS-стилем с использованием LN-паттерна. Создает довольно сложные и в то же время оригинальные и веселые чарты. Создатель популярного пиано BMS-пака, включающего в себя огромное количество MIDI-конвертов, которое в этом году попало в категорию Love It. Также добился успеха за пределами ОСУ, создав нот-чарт для BMS-ивента. Мапает как 4, так и 7 клавиш. Бесспорно, лучший SV-маппер в СНГ. Взыскав вдохновение у таких мапперов, как Evening, Paracore, Kawawa, создает свои собственные оригинальные чарты. Стал победителем в конкурсе мапперов в категории 4K+. Также в этом году его карты Yume Toro и T10 Yuri вышли в категорию Ranker. Мапает 4 и 7 клавиш. Для него главное в маппинге это не создание челленджа или не использование необычных паттернов, а создание комфортной игры, понятных для понимания паттернов, что и прослеживается в его чартах. Стал победителем в конкурсе мапперов в категории 6 клавиш. Его карта Chaos Japan попала в категорию Ranked, а его чарт Rocket не только был использован в таких турнирах, как MBC и Soft, но и попал в категорию Love It. Семен 422. Мапает 4, 7 и 10 клавиш. Является не только талантливым маппером, но и программистом. Создает свои собственные программы, которые помогают ему в чартинге. Среди них создание СВ, рейтов, конвертирование любого кеймода в 10 клавиш и даже автомаппинг. Набрав наивысшие баллы в конкурсе мапперов, а также участвовав в создании чарта для BMS-ивента, Семен доказывает, что является одним из лучших чартеров СНГ.
Хэко-кун. Мапа и 4 клавиши. Несмотря на небольшой опыт в маппинге, Хэко-кун создает довольно качественные и интересные чарты. Используя Свэй, Лена и Джеки, у него вырабатывается свой неповторимый стиль, в развитии которого мы и желаем ему удачи. Райди. В основном мапы 4 клавиши. Довольно талантливый маппер, который не ограничивает себя какими-либо рамками и создает как приятные для игры чарты, так и челленджи. Не боится показывать себя и в других кей-модах, вследствие чего стал победителем в конкурсе мапперов в категории 8 клавиш и дальше. Лексо 1-2-3. В основном мапы и 7 клавиш. Является самым активным мания-маппером в СНГ-комьюнити, а возможно даже и во всем мире. Начав мапой в 2016-м, Флексо создал более 150 мапсетов и до сих пор продолжает радовать нас новыми чартами. Ну ладно, парни, салам, увидимся нам в другую сторону. Спасибо, что покормили. Ребята. Как? Да. Так, нам надо идти дальше. И мы, кстати, уже подходим к выходу. О, я заработал 400 миллионов в Merch Planes. Жаль, что у меня нет интернета. Могу посмотреть рекламу и удвоить прибыль. Ты серьезно? Скажи, что ты шутишь. А что не так? Только не говори, что на телефоне есть что-то подобное. Ха, ты думал, все так просто? На телефонах тоже есть клевые. Ритмы игры?
разработчик этих самых игр. И у меня есть к вам предложение. Вы посмотрите, скачаете, я вам обоим подскажу, как выбраться отсюда. Ну что, по рукам? А у меня есть выбор? Конечно, по рукам. Ну что ж, пусть твой закадровый друг расскажет тебе об этом. Nemesis Horizon познакомился с ритмухами в Flash Guitar Hero VK около 6 лет назад. Тогда же примерно прознал про Осу, какое-то время играл в стандарт. Случайно благодаря маме он наткнулся на сайт с лет 5 назад, она сказала, что похоже на то, во что он играет. Ну и понеслась. За год пересел на манию, пока не стал самопровозглашенным топом в комьюнити по играм реарков, а также решил стать админом, чтобы своим примером продвигать наше комьюнити. Играет почти во все мобильные ритм игры, Осу с полугодовыми перерывами и желает заиметь близкое знакомство DJ Max и LR. Купил PS Vita недавно, развлекается на ее тайтлах. Хочет передать поздравления от лица всего нашего Rayark Community, как админ и как игрок. В первую очередь, стремление к покорению новых вершин и расширению горизонтов, здоровья и нервов, они явно не будут лишними. И разумеется, получать удовольствие от игры. Ну а что он может сказать? Я считаю. Сколько времени, просто чё к чему, камон! Привет. Я уже думала, ты не приедешь. Ну что, открыл для себя что-то новое? Ну, вообще-то да. Стой, откуда ты? Все нормально. Ребята уже рассказали мне. Я знал, что тебе понравится. Тебе же понравилось ведь так? Ну, да.
Ну что, дружище, надеюсь, ты сделал какие-то выводы для себя, ибо теперь тебе придется частенько давить на лапшу под падиком. Обязательно. Но все-таки скачай себе сайтус, а то не прикольно. Есть телефон, а играть не во что. Спасибо вам, ребята. Теперь я знаю, с чем мне начать.